Я хочу поздравить всех с Новым годом, всех жителей Грузии. Жителей Грузии, а также за регионом, кто вне Грузии живут, всех хочу пожелать всего-всего хорошего. Поздравляю всех с Новым годом, неважно, кто какой национальности. Грузия, она была всегда многонациональной, это никто не может отрицать в этом. Так что, пожалуйста, тот, кто уехал, может приехать и посмотреть, какая Грузия новая она стала в нынешнее время.